часто думаю, а чего вы с такой нежностью относитесь к фрау Заурих? Она говорит, что вы напоминаете ей старшего сына. А может, она напоминает вам вашу маму? Просто из всех людей, живущих на земле, я больше всего люблю стариков и детей. Вот как. Я ни к тем, ни к другим не отношусь. Нет, Габи. Дежурный врач. Как только она попросит вас позвонить куда-либо или передаст вам записку, немедленно звоните ко мне. На работу, домой, неважно. И в любое время. В любое. А если к ней придет кто-нибудь, сообщите вот сюда. Это в 3 минутах от вас. А посетителя задержите под любым предлогом. Под любым. Доброе утро, фраукин. Ну, как наши дела? Что, маленький? Спасибо. Он начал покрикивать. Я успокоилась. Я боялась, что из-за моей контузии у него могло что-то повредиться с голосом. Но врачи смотрели, вроде бы все в порядке. Ну и слава богу. Бедные дети. Столько страданий для малюток, только-только вступающих в мир, в этот грозный мир. А у меня для вас новости. Хорошие? В наше время все новости дурные новости, но для вас скорее хорошие, нежели плохие. Большое вам спасибо. Я никогда не забуду вашу доброту. Что? Скажите, как ваша голова? Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изнуряющих приступов дурноты. Это симптомы сотрясения мозга. Да. Если бы не моя грива, мальчика могло бы вовсе не быть. Грива приняла удар этой стальной балки. Ну что, у вас не грива, у вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посещение. Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями? Да. Дядя прислал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские шампуни. Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме? Правда, я не помню. Кажется, муж туда не звонил. Компания поможет вам получить телефонный разговор с дядей, как только врачи позволят вам встать на ноги.
Знаете, эти шведы нейтралы, они богаты, и его долг помочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит маленький, и сердце его дрогнет. А теперь вот что. Я договорился с руководством нашей фирмы. Мы дадим вам первое пособие на этих днях, не дожидаясь общей перепроверки суммы вашей страховки. Но для этого необходимы имена двух гарантов. Кого? Двух людей, которые бы могли гарантировать... Вы извините, я всего-навсего чиновник, не сердитесь, которые бы гарантировали вашу честность. Еще раз прошу понять меня верно. Кто же может дать такую гарантию? Неужели у вас нет друзей? Таких? Пожалуй, нет. Ну, хорошо, ну, знакомые-то у вас есть. Просто знакомые, которые могли бы подтвердить нам, что знали вашего мужа. Знают. Он жив? Да. Где он? Он был здесь? Нет, он в госпитале. Я верю, что он жив. Но я искал. Во всех госпиталях? Да. И военных тоже? А почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь? Он же инвалид войны, офицер. Он потерял сознание, его могли отвезти в любой военный госпиталь. Ну, теперь я за вас спокоен. У вас светлая голова, и дело явно идет на поправку. Скоро надо будет гулять. Мальчику нужен воздух. Воздух — это лучшее лекарство в наше время. А пока назовите мне кого-либо из друзей, знакомых вашего мужа. Попробуйте, мой господин, поговорить с генералом в отставке Фрицем Нушем. Он живет в Рансдорфе. Это давнишний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он остался к нам по-прежнему добр. Вы Фриц Нуш, Рансдорф, улицу не помните? Не помню. Но в адресном столе могут не дать адрес генерала? Он старенький. Он уже не воюет, ему за 80. А голова у него варит? Что? Нет, я боюсь, может, у него склероз. От стариков все зло в этом мире. Ну что вы, мой господин, генерал так добр. Ну хорошо, кто еще? Попробуйте связаться с фрау Айхельбреннер. Она живет в Потсдаме. Улица к мельнице, собственный дом. Спасибо. Ну, это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими гарантами. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж среди найденных чемоданов опознал два ваших. Да, завтра утром я вместе с ним приду сюда, и мы при нем, и при враче вскроем эти чемоданы. Может быть, вы сразу сделаете распоряжение. Ненужные вещи я поменяю на белье для нашего карапузика. Спасибо вам. Бог отплатит вам за вашу доброту. Бог никогда не забывает добра. Вы лютеранка? Нет.